Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор силиконовой кисти. Кисть силиконовая – это инновация в мире кулинарного искусства. Готовить с помощью такой силиконовой кисти – одно удовольствие. Силиконовая кисть выдерживает температуру от -35 градусов до 230 градусов Цельсия. Материал силиконовой кисти безопасен, так как сделан из специального пищевого силикона. Силиконовую кисть можно использовать для всех видов духовок, как для газовых, так и для электрических. Кисть выполнена из силикона, ручка кисти из высокопрочного пластика, удобная ручка. Ручка кисти съемная, что дает возможность мыть кисти более тщательно. Совет по применению и как продлить срок службы вашей силиконовой кисти таково. Силиконовую кисть перед первым использованием категорически запрещается мыть абразивными средствами, так как это может повредить поверхность вашей кисти. Категорически запрещается ложить силиконовую кисть на открытый огонь, она может загореться, что придет к пожару. Перед первым использованием мы рекомендуем помыть кисти мыльным раствором, тщательно промыть теплой водой, затем высушить, и ваша кисть готова к использованию. Так стоит делать после каждого использования. Силиконовые кисти стоит использовать только по назначению. Вот так выглядит данная силиконовая кисть. Такие удобные волоски, ворсинки. Вот такая ручка. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!